Привет, бро, с тобой воблер и ставь лайк за 3 секунды, если ты пьешь воду. Считаю. Раз, два, три. Молодец, что успел поставить лайк, это у нас игра Ravenfield, Третья мировая война, вымышленная битва за воду, и мы с тобой продолжаем здесь воевать. Это уже третий ролик по нашей Третьей мировой войне. Если ты не смотрел другие ролики, значит посмотри после этого. Вот наша карта, вот где находятся наши войска. Давай мы сейчас... Ага, посмотрим, что тут будет за перестановка сил. Снова три солдатика против нас. Конечно же, мы идем атаковать, будем играть. Что касается оружия, ну пусть оно у нас остается тоже. Блин, да что одна и та же карта у нас? Нам надо просто продвинуться вперед, чтобы карта хоть как-то поменялась. Эмочка. Ну, эмочка у нас такая не очень-то, как мне нравится. Ладно. Побежали вперед. Давай, наверное, все-таки кого-то наберем себе в команду, чтобы они за мной шли. Как ты знаешь, я тут играю за снайпера, потому что сейчас преимущество явно не в нашей стороне. У нас, получается, будет 60 солдат, у них 90, бро, представляешь, 90. То есть это непросто. По ком они уже там стреляют? Слушайте, я никого не вижу, а пальба пошла. Вижу джип. Огонь. Минус один. Отлично. Вырубили. Даже минус два, там два чувака. Но минус техника и минус два человека. Да, тут, конечно, снайперку я не взял. Будем рубить с того, что есть. Вот так вот. Это у нас снайперская винтовка, которая стреляет, я так понял, электрическим разрядом. То есть с помощью нее можно убивать и людей, и технику. Правда, у нее... Давай, давай, давай. Вот, чувак. Бежит, бежит, бежит. Вот так вот. Ну, наверное, не я его убил. Коль у меня штурмовая, значит, нам надо идти штурмовать. Правильно? Так, бегут. Ой, БТР едет. Надо снять БТР вражеский. О, по мне палит. По мне, по мне, по мне. Так, по-моему, четверочка. Так, там уже идет высадка самолета. БТР сейчас все изменит. Давай, подобьем. Два БТРа столкнулись. Их и наш. В жопу. Да, блин, ебот. Взял, пробежал у меня. И я его убил. Прям перед прицелом. Ну, кто вообще так ездит? Так, этого сняли. Минус один. У них очень много. Давай мы для начала оружие перезарядим. Так, и будем вот так вот постреливать. Минус один, минус один. Мо! Мо, мо, мо. Мо, мо, мо. Есть. Ой, кто это дал? Да ты что по мне стреляешь, свой предатель? Ладно, давай мы себя подлечим. Что у нас есть? Идите все сюда. В моей команде осталось сколько? Два человека. Эмочка у нас их... Подожди, с чего ты стреляешь, чувак? Так, тут что, враги есть? А вот они вдалеке. Блин, тяжело, конечно, по ним попасть будет. Так, наши пошли вперед. Догоняем их. Давай, 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 быстрей. Дымовая завеса. Так, победа за нами. Да. Да, скажи да. Я чувствую по музыке. Ха-ха-ха, мы уделали эту красную команду, ребята. Просто замечательно. Мы заработали 5 литров воды в нашу пользу. Как ты помнишь, ролики у нас было 5 литров, и сейчас 5. Да что вы постоянно... Ага, тут 3 против... Ну давай, по-любому авто сделаем. Я думаю, ну ж 3 солдатика одного-то убьют по логике вещей. Отлично, давай поближе. Тут у нас уже перепрыгнули. Сюда надо подкрепление отправлять. Потому что если 3 нападут, здесь у нас будет 3, хотя бы как-то будет более-менее равномерно все. Давай мы, наверное, сюда, отсюда сюда пойдем. Пойдем и сюда будем сейчас нападать. Так, сейчас сделаем перестановку, у них тоже солдаты выпали. Почему у них всегда солдат больше? Они одной напали. Ага, 3 на 2. Идем, будем перестреливаться, ребята. Я не верю этому автобою. Я ему не доверяю. Так, штурмовая. Давай мы ее на что-то другое заменим. Вот у нас есть какая-то эмочка с прицелом. И мы ее возьмем. Что это у нас такое? О, хоть какой-то коллиматор. Эмочка, я сказал. Больше на калаш похоже. Во-во-во, меня не трогайте. Че вы попадали-то? Как меня задолбала эта карта. Надо двигаться вперед, слушайте. Надо отвоевать и пойти вперед. У нас, кстати, наверху нашей глобальной карты есть... Команда из 3 человек. Давай попробуем с помощью нее вообще атаковать. По ком вы палите? Надо держаться аккуратно подальше от своих, потому что тут же свои убьют. Вы что, бешеные? Что вы творите? Я снайпер? Ну как снайпер? О,
Там катер. Падаю. Но я не попаду по тебе. Нет, я попал, но его не убил. Давай еще. Такое, очередями. Ну, умри. Я его подбил, с ног сбил. О, он меня заметил, сразу накидал. Джип вражеский. Ну, нормально у меня летят пули-то. Короче, что-то взорвалось. Давай мы сами себя подлечим. Там идет БТР вражеский. Так, вот, лечиться. Лечимся. Я больной, я приболел. Кто это так палит? БТР вражеский где-то был. Во-во-во-во-во! Аккуратнее, ребята, что вы творите? Вражеский БТР, вижу. На! Горит. Сейчас там команда вылезет вражеская. Вот она. Огонь. Вот так, черт. Так, берем пистолет, точнее автомат. Вот они подходят вблизь. Да что я не могу попасть? Минус один. Там у нас десант высадился. Вот вижу, в дыму спрятался. Гаси их всех. Вырубили. Ха-ха, они-то вообще горят. Все в огне. Вижу красную команду вдалеке. Ой, как ты меня, стар. Космостар. Так, оружие не очень. А, я сейчас в кого-то вселюсь, я понял. То есть... Ого, прям я в тылу врага. Что происходит? Какой-то миномет. Все горит. Что это за оружие такое? Коктейль Молотова? Ну мы вроде бы точку берем. Вот еще точка. Я бегу к ней. У нас 12 солдат. И еще одна высадка. У врага 5 солдат. Значит, у нас тоже будет победа. Ну что, уже у нас будет 15 литров воды, ребята. Ну 15 литров, это даже помыться можно. 15 литров хорошей пресной водички. Отлично, завоевываем. У нас будет 4 точки, у них 0. Хороший автомат. Это что у меня? А, по одному выстрелу? А чё вы сюда бежите, ребята? А вообще я ее захватил. Нам надо теперь оборонять. Её... Вы туда, я за вами, пацаны. Так, так, смотри, тихонько головы понагинали такие. Ту-ту-ру. Куда вы бежали? Сразу дымовуху наперед. Молодцы, чтобы спрятаться. В дыму... Подожди, по-моему, красная команда что-то захватила. Одну из наших точек. Два солдата, смешно, если они сейчас все перебьют. Вы решили обижать гору, да? Ну да ладно, бежим. Нас больше, нас 24! Будет смешно, если два человека перебьет 24, а? 23! Что происходит? Да там жесткий замес. Один остался, да, победа. Наш в воздухе шел-шел и упал. А чё он взял? Отвалился. Круто. Так, надо выбирать какую-то другую карту, потому что здесь уже мне поднадоедает. Давай мы сюда отправим двоих, да? Можно, смотри, что сделать. Вот здесь тройкой куда-то нападать. Давай хоть куда-то нападем. Сюда захватили. Давай вот эту точку отожмем. Или даже сюда. Мы здесь как раз все перекроем. Чтобы враги не смогли никуда двигаться. Но если эта команда нападет из трех, то тут будет один солдат вообще, а их три. Но это жестко. Значит, нам нужно нападать первыми. Смотри, если мы будем первыми, значит, будь вот так. Атаковать. То есть мы первые нападаем. Никакого автобоя. Идем в атаку. Ага, ну тут как раз нам понадобится это оружие. Оно какое-то, давай другое выберем. У нас миллион стволов, а мы выбираем то, что есть. Пулемет такое дело. Давай, что это такое? Что это такое? Типа, тоже пулемет с... Это у нас пулемет с глушителем. Да? Да нет, обычный автомат. Так, тут у нас броневик едет. Мы, по-моему, в прошлой серии уже воевали на этой карте. Здесь у нас преимущество, потому что у нас будет 60 солдат, а у врага 30. У нас сейчас 30, у них 30. Плюс у нас еще одна высадка десанта. А у них ничего. Ха-ха. Мы нападаем. Давайте, ребятки, в атаку. Надо себе набрать команду подписчиков, потому что без подписчиков никуда, ребята. Все, взял два подписчика. Воу-воу-воу, прячемся. Так, давай, давай. Отлично. БТР, не против БТРа, конечно, я не справлюсь. Давай через мешок перепрыгнем. Здесь кто-то есть по-любому, они уже захватили флаг. Заходим. Тихонечко, никого.
Может, они на крыше будут? Здесь тоже никого. БТР! Как его вырубить? Так, у меня была где-то снайперка эта. Против БТР. Куда он поехал? Стоять! Флаг-то наш! Это хорошо! А как так получилось, что он перебил кучу наш? Я его не вижу. Вот он! На, поджег его! Сразу беру оружие. Отлично. Они сейчас же с БТРа повылазят. Как крысы. Куда они делись? Перезарядочка. Никого. Внутри тоже никого. Врага вообще не вижу. Он где-то вдалеке стреляет. Где враг? Он сзади, что ли? Подожди, как враги сзади? Реально сзади. Вон они бегут, смотри. Вижу, бегут вдвоем. Отлично уработал. Вот еще. О, хороший коллиматор. Я не знаю, сколько тут X-прицел. Наверное, X2, что ли. Убили. Стоит. По чуть-чуть очередями. Я не понял, как они оказались сзади. Это какая-то магия. У них две точки. У нас одна. И при том, что у них солдат много осталось. Как это вообще произошло? Воблер ты! Ты не настоящий! Я настоящий воблер. В кого я вселяюсь вообще? Ох, какая у меня снайперка, смотри. Так, наши сюда побежали. Значит, я буду бежать в другую сторону. Логично? Я думаю, логично. У них один солдат остался. Я не знаю, где. Он по-любому где-то засел. Смешно будет, если он сейчас победит. Потому что у них две точки. Вот! Но! Из-за того, что солдат был тупой, кривой, мы победили. Спрятался, ты видел? Тихонько стоял, он даже не шевелился и не стрелял. Вот дает. В принципе, неплохо. Эта точка уже наша. Давай мы дальше будем атаковать. А, мы здесь атаковать не можем. В одиночку на 3 хити это просто безумие. Жмем вот так. Вот они сейчас всякими перестановочками своими. Да, я знал, что так будет. Я вот просто чувствовал. Снова на той карте маленькой. Блин, да сколько можно. Но этот прицел неплохой. Снайперка понадобится. Ой, это будет реально тяжко. 30 против 90. Пацаны, вы, пожалуйста, не разбегайтесь никуда. Просто стойте возле меня. Ха-ха-ха, что-то на джипе повезли, смотри. Ла-ла-ла-ла, он плывет, смотри, что творится. Смотри, что происходит. Вот это, если что, бегу я такой, смотрю на них. Видишь, какой у меня ствол? Если ты знаешь, как он называется, обязательно пиши в комментариях. Ну, вроде бы это Скар, да, или что-то такое. Я не силен именно в стволах. И вот как едет наш чувак. Сзади сидит пулеметчик, один сидит за рулем. Один сбоку и один просто висит. Третье сиденье себе придумал спереди. Это реально ржака какая-то. И тут спереди, конечно, БТРчик поехал. Вот дают ребята, а. Побежали вперед, давай, давай. Плывет, смотри, он до сих пор плывет. Как это вообще возможно, блин? Как он это делает? Ну мне, давай, ой-ой-ой, едет, едет БТР уже, или джип надо готовить. Наше оружие. Я вообще отсюда не вылезу, ребята. Так, будем применять слоумо. Слоумо, слоумо. Где они? Вот, бежит. Огонь. Минус один. Рево. Давай перезарядочка. Второй. Есть. Отлично, по комбью третий. Огонь. Промазал. Понятненько. Так, его убили. Огонь. Кол. Есть, но и вроде бы я своего не убил. Вот еще сверху снайперы. Огонь. Убил. Нано. Убил нано, как раз перезарядка пошла. Так, надо БТР уничтожить. Джип. Слоумо. Огонь. Убил троих и джип. Отлично. Кто там еще сверху бегут? Давай целимся, целимся. Огонь. Есть. Скив какой-то. Бежит еще. Огонь. Минус один. Клэв. Клаву какой-то убил. Огонь. Спа убил какой-то. Спа. Что там еще едет? Бежит, бежит. Давай. Целимся. На упреждение. Огонь.
Есть, дук. Убил дука. Что у нас, ребята? 10 человек я уже бахнул. Вот так вот играет воблер. Я сижу, смотрю. Хорошо. Так, а, там высадка идет, да? Высадка, летят, 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 давай, давай. Огонь! Ну тут тяжело попасть, реально. Тут они летят вообще так-то медленно. Это вообще непонятно, куда выстрелил. Это не я стрелял, если что. Давай, давай. Огонь! Есть! Брэда убил. Брэд, ты труп. Огонь! Еще один! Давай, давай, потихонечку. Вот он, ребята, из слоумо. Летят на парашютах. Огонь! Рева убил. Перезарядочка. Мы должны победить. Хватит сдавать позиции. Давай, заряжайся быстрее, быстрее. Давай, 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 слоумо. Да что ж ты так медленно-то? О, вот, летят. Давай, давай, давай. Огонь! Минус один. Нано еще одного убил. Да у них какие-то клоны. 20 раз я уже убиваю этого нано. Так, больше никого нету. Отлично. Проходим вперед. Стоим, ждем. Вот бегут. Слоумо бежит, бежит. Есть в дыму. Минус один. Предатор хищника убил. Ребята, это был хищник. Где они еще? Давайте, где вы, ребята? Я вас не вижу. А? Снайперим как. Бегут. Слоумо включаем. Вот толпа. Огонь. Убил одного. Ну там, конечно, БТРчик. Видели? По БТРу с гранатомета выстрелил. Огонь. Минус один. Бежит, 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 бежит. Огонь. Минус один. Кто там еще? Отлично. Наши поехали точку брать. 18. Против 12 и там еще 30. Ребята, это реально эпическая битва. Стараемся так. Слоумо. Летят. Они даже вниз стреляют по БТРу. Огонь. Блин, зарядки нету. Ну. Ну что ж-то зарядка-то наш. У меня патроны закончились. Нормальный расклад. Патриков-то нету. Жесть. Так, по ком вы стреляете? Они что, сзади были? Аккуратно, они сзади заходили? По ком они вообще стреляли, пацаны? Там кто-то есть? Я не понял. Очень опасно вы как-то стреляли. Нас 8 человек! Их 15. Откуда они бьют? А, сзади, сзади БТР! Вижу БТР вражеский, где моя снайперка? Перезаряжаться! Так, так, прячемся. Слоумо сразу. Слоумо. Гад, гад. Ой, пули. Так, заряжайся. Все, зарядка есть. Я тебя сейчас уработаю. Вот, смотри, плывет. Встал. Целюсь. Огонь. Поджег его. Зарядочка. На добивание. Огонь. Они еще сейчас в воде будут. Смотри, сколько их. Если 14 человек, там штук 7 точно сидит. Огонь. Двоих сразу уработал. Стар и Спайдер. Еще там 4. Так, зарядочка. Последний выстрел. Ой, кто-то сзади стреляет. Сзади, сзади. О, слоумо, нет, мне в ногу попали. Я падаю. О, нет, меня убил Рева. Он мне отомстил. Ну, 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 валите их. 5 против 9, ребята, сзади обошли. Кого я вселяюсь? Оу. Давай, 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 давай. Да ну нечестно, предатор сзади. Блин, они вообще окружили. Где наши 2 человека еще? Вот они где бегают. Снова мне говнооружие попалось. Вот это древнее, ребята. Боже мой, я сражался как бог. Сзади этот гребаный БТР все перебил нам. Испортил всю малину. Слоумо. Давай, целься, не спеши. Выдох. Фух, тихонечко, тихонечко. Огонь. Да что такое за оружие? Как оно вообще стреляет? Я не знаю, какая у него скорость полета пули. О, вроде бы на меня бежит. Все, убил. На, на.
Бежим, бежим, бежим. Сейчас точку возьмет. Что у меня еще? О, оно еще и заряжается. О, хорошо. Давай, давай. Ну, ружье, конечно, у меня царское. 2-8. Тихонечко, чувак, пожалуйста. Молодец, снайпер. Снайпер, вижу, 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 вижу. Вижу их, но... Если у тебя хоть снайперка есть, то у меня вообще говноружье какое-то. Ёлки-палки. Вон бежит. Да ты что, с него попасть? Я вижу прям, как пуля летит криво. Стоит, смотрит на меня. Ну. Мне кажется, что у меня полет пули какой-то вообще непредсказуемый. О, убил! Еще голова, капец. Где ты, где ты? Огонь! Ну, там их двое. Тяжело прицелиться. Ребята, у меня 27-дюймовый монитор. Если вы сейчас видите увеличенное, то поверьте, мне очень тяжело сейчас целиться. Еще и мышка у меня очень резкая. То есть... Короче, в шутеры я играю редко. Из-за этого... О! Куда ты побежал? Да ну не бежи вперед, дурачок! По тебе стреляют! Что ты делаешь? Я же один останусь. Огонь! Еще давай, давай. Ой, блин. Я не пойму, как у меня вообще мушка. Так, куда-то что-то стреляем. Но этот снайпер мой убил. Он в траве. Бежит, бежит, бежит. Но я не буду подходить близко. Знаешь, я вот вижу некоторых. Вопрос, а где другие? Они же могут сзади зайти. Так, этого убили. Фух, 5 осталось. Но я сдалека буду. Что по патронам? Так, бежим, бежим. Чувак там... Он кого-то заметил. Он кого-то видит. Бежим вперед. Если они сзади обошли, это плохо. Где они? Ой-ой-ой-ой-ой. Уже пью-пью-пью. Что за пули? Откуда? Откуда они стреляют? А, вон, вон. Вижу, вижу, сдалека. Вижу, сломо. Ой-ой-ой-ой. Пуля прям на меня летела. Ой, летит, летит, я вижу, вижу, вижу. Так, стой, 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 стой. Огонь. О-хо-хо! Фрост! С выстрела я Фроста уничтожил. Да, чувак. Это реально эпически. Так, надо своего прикрыть. Откуда стрелять? Вижу, вижу, вон еще один. Выстрелил и спрятался, гад. Вон голова. Блин, вот это расстояние. Огонь. Пуля прям как-то чуть навесом идет. Ага, вот, вот еще один. Я прикрою пока. О, убил! Капец, слушай, это еще я как-то попадаю. Я как-то говорю, что ружье не очень... Вот, вот сверху. А, тот улетел, тот, который улетел. А наш понизу бежал. Надо нашего прикрыть, что ли. Так, фух. 3 человека. Я один. Ребята, я один. Слоумо, слоумо. Бежит, бежит, бежит на упреждение. Огонь. А у меня что по патрону? У меня, блин, 12 плюс 6. Ну, мимо пролетело. Огонь. Но, четко вошел. Четенько. Вот еще один. Огонь. Блин, надо, ну, очень долго пуля летит. Огонь. Ну, высоко. Огонь. Но! Пуля долго летит, блин. Но если попадает, то уже попадает. Перезарядка. Сломо. Вот он. Вот он. Ну, там еще где-то один был. Огонь. Прям в прицеле на такой хорошей. Да! Подожди, он выжил. Я ему в ногу попал, он отлетает, но он выжил. Есть, добил. Где еще один? У них 3 точки. А, если у них 3 точки, значит он где-то сзади. Он сзади. Точно, потому что точка была нашей только что. Очень ответственный момент, ребята. Ого. Я очень... Я боюсь, если честно. Где он? Вот он! Давай, 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 давай. Ха!
Какой вообще результат? Сколько я киллов наделал? Я всю команду перебил вражескую. Я один как бог был. А вот, 29, ребята. Фух, это было очень опасно. Нервничал, мне кажется, посидел, пока я тут с ними повоевал. Ну что ж, дорогой друг, на этом эпическом моменте мы завершаем эту серию. А ты оставайся на канале, смотри другие ролики и отдыхай. Скоро увидимся. Пока.